Привет, Маша. Твой Василий что, новую должность получил? Ох, Ася, ему теперь только белые рубашки подавай. Я уже просто замучилась их отбеливать. Зачем же мучиться? Чтобы рубашки были белоснежными, надо обязательно кипятить. Не обязательно. С новым ассом белье станет белоснежным без кипячения. Что-то я сомневаюсь. Не сомневайся. Все очень просто. Растворяешь ас в холодной воде и замачиваешь белье. Какая белая, как после кипячения. И с асом ткань дольше сохраняет прочность. Ас отлично отбеливает. И без кипячения.